телефончик Alcatel U7 Pro. Решил я его все-таки разобрать. Это микрофончик, довольно-таки глухо слышно, но я думаю просто дырку. Вот здесь вот дырку увеличиваю, диаметр ее. И возможно будет лучше слышно. Увеличится чувствительность микрофона. Как подлезть к микрофону, блин? Может, его удастся просто отсюда поддеть? Так, микрофон поддел, вроде бы он достается. Осталось увеличить немножко это отверстие. Вот оно, совсем малюсенькое, хотя и не очень малюсенькое. Но попробую сделать побольше. Я его даже не буду ничего просеивать, просто вот так вот сделаю, он станет большего. Ну, сделал немного побольше его. Дюрамаха стала в половину больше. Теперь назад микрофон. Так, с микрофона слезла резинка. Поправить. Ну, готово. Так, ну, телефончик я закрутил, все собрал. И когда я увеличивал дырку, то есть и здесь тоже, видите, увеличено в белом. И в том числе на самой крышке. То есть я вот здесь вот, идет черная такая ткань, я ее отклеил и просто увеличил дырку. Вот. Она стала в два раза больше. Ну, сейчас первый запуск телефона. Поглядим, что получится. Да, бедный аппарат уже довольно прилично треснуло стекло. Главное, работает. То есть стекло разбито, а аппарат работает. Включаю. Увеличил чувствительность микрофончика. Там будет видно. Ну и сейчас тест записи. Ну, то есть эта видеозапись сделана на этот U7 Pro телефончик. Я надеюсь, будет слышно, что микрофон теперь записывает нормально. То есть можно будет что-то там расслышать. К сожалению, я не додумался сделать запись до того, как я модернизировал его или модифицировал. Короче, до того, как я дырку увеличил. Раз, два, три. Раз, два, три. Тест записи. Видео. После того, как я увеличил отверстие под микрофон, действительно стало громче записывать. Ну, конечно, не в два, не в пять раз. Где-то в половину громче стало. По крайней мере, во время разговора по телефону стало лучше слышно. То есть, увеличив отверстие, действительно это немного помогло. На видеозаписи тоже немножко громче стало, но все равно тихо.
То есть вот данный ролик, который был перед этим, мне пришлось увеличить в редакторе где-то плюс 5 дБ добавить чувствительность. Ну, уровень громкости поднять. Чтобы реально улучшить качество записи, ну, в принципе, на любом смартфоне, нужно менять сам микрофон. То есть увеличение отверстия дает, конечно, свои результаты. Чуть лучше становится, но все равно. В основном качество записи зависит непосредственно от микрофона. То есть я думаю, со временем, конечно, я найду какой-нибудь микрофончик, например, не знаю, там какой-нибудь старой Nokia, и просто его перепаяю. Тогда будет действительно все хорошо со звуком. Такие вот дела.